тончик сняла, реснички экономлю до вечера. Я в зале, мои хорошие, я нашла. Я здесь. Можно идти поспать. У меня есть перерыв 1,5 часа. Я реально думала, что делать. То есть я реально думала, что мне часик поспать. Потом думаю, блин, проснусь разбитый. Вечером съемки. Заставила себя. Реально заставила. Я в зале. Ну что, раз прошла, буду тренить. Угол 90 градусов. Работаем над ягодицами. Я делаю женский, у меня нет задачи раскачать спину. Есть задача иметь красивую грудь. Следим за тазом. Подмышки тазом не помогаем. В наших планках это очень сложно. Попробуйте. Все тело дрожит. Пятое упражнение в этом сете. Продолжение планки, но скручиванием. Работаем на боковой пресс. По диагонали. Подносим колени к противоположному локтю. Локтю, локтю, ну пофиг. Надо делать. Добиваем чуть этот сет, который состоит из 5 упражнений. Геометрическая прогрессия, еще добавка. Добавка должна быть только в спорте, а не в ресторан. Упражнение на пресс. Смотрим, запоминаем, повторяем. Видно все, как ты делала? Да. Что я на руках стою вообще? Абсолютно. Что-то сложно, видно? Видно, видно. Те, кто знают, кто знает, тот поймет, как говорится. Не знаю, что я делаю, но таким образом у нас тянется все, что мы тут с вами напрыгали. Работает таз, внутренняя поверхность бедра. Ну, очень приятные ощущения. Горят энергии. Вот бы мне с утра свою пятую точку красивую поднимать. Я люблю с утра тренить, но это не важно. Днем, вечером. Полчаса времени свободного, идите в зал. Это наше здоровье. Всем спорт. И второе нужно было сделать воздух. Не говори. А пусть зрители вообще это посмотрят потом. А я молчу тогда. А ты скажи, что сегодня звезды в джунглях на ТНТ. А сегодня звезды в джунглях на ТНТ? Да. Воскресенье, да. Я еле выговорил. Вот так мы узнаем, какой день недели. Рубрика «Пока ты спишь». Мы собираемся в кадр. Мои хорошие, я так замерзла. Просто сегодня такой холодный вечер. Мы только закончили. Сейчас 7:30, и я уже с площадки. Просто в халате, в носках, с пледом. Потому что прям вечером уже прохладно. Ну что, мои хорошие, планы поменялись, поскольку их особо и не было у меня. Я приехала на прогулку в Чжэньчжоу. И знаете куда? Сейчас вам покажу. Если вы хотите, чтобы все поняли, что вы находитесь в Чжэньчжоу, вы должны сфоткать вот это здание, отель Мариот. Я вам его показывала днем, сейчас приехала вечером. Это the most iconic architecture building here. And if you post this, the people understand that you are in Чжэньчжоу. Здание было построено в 2011 году. Оно очень красивое, масштабное. И более того, я не просто приехала на него посмотреть. Я заказала там, ну как я. Да, будет сегодня там фантастический ужин с видом на город, где я живу. Вид даже с первого этажа невероятно красивый. Я вообще обожаю изучать места, где я нахожусь. Причем мне нужна дневная опция и также вечерняя, потому что вечером эти огни все смотрятся вообще по-другому. А, эту штуку я вижу с отеля. This is from my hotel. I see it every day, yes?
Какая красота! Я так люблю вот такое все. Ой, невероятно. Дракон, смотрите. Вот так выглядит ресторан. Но у меня вид. Я вам показала, что есть общий зал. Но сегодня уже в отдельной вип-зоне. И, внимание, понимаете вообще, что тот, кто хочет порадовать, тот всегда найдет возможность, даже находясь в тысячах километрах от Китая. Спасибо. Когда ты понимаешь, что цветы отправлены с другого конца планеты, ценность каждой розочки возрастает в 100 крат. А для меня вообще самое главное – это внимание. Еще с таким видом на весь город. Ну, красота, поступки решают. Что, у вас там снег, да? Я дико извиняюсь. У меня в Чжэньчжоу солнце и очень хорошая погода. И мы снимаем нереальное шоу. Сейчас кто-то просто ненавижу. Это моя любовь просто. Женщина-любовь. Спасибо тебе большое за заботу. Маленькую мою. Ножки мне гладят. На каблуках тяжело стоять. Спасибо. Пока у нас небольшая пауза, хочу вам рассказать про солнце в Чжэньчжоу. Оно, несмотря на то, что очень-очень сильно сейчас греет, фишка в том, что из-за смога солнце и ультрафиолет не проходят. И ты не загораешь, даже если в течение дня есть ощущение, что ты красная, на следующий день эта краснота проходит. В общем, загорай, не загорай, не загорается. Я уже белая, у меня уже весь загар смылся. Серега, фотки есть нормальные, нет? Фотки есть нормальные? Это наш фотограф. Но не у меня. Вот он. О, блин, я же не выставила фотографии с 4-й серии «Звезды в джунглях». А там такой образ, пушка-бомба-петарда. Всегда перед вечерним мотором я смываю тончик, наношу патчики. За личиком слежу в 2 раза сильнее, чем в обычные дни, ибо макияж с утра до вечера каждый день. Господи, личико, держись.